Сила веры. Вера в Бога – это духовная сила, которая растет и развивается в сердце человека. Вера от сердца человека, а сердце человека означает его дух. Мы должны помнить, что Бог есть дух, поэтому вера в Бога – это не природный, а духовный вопрос. В Луки 10:19 Библия говорит, что Иисус дал всем верующим силу и власть использовать Его имя. Однако эта власть должна осуществляться верой по воле Божьей, а не по воле человека. Эта вера выражается в том, что мы верим сердцем и исповедуем устами. В наших устах есть сила, и вера в нашем сердце высвобождается верой из наших уст. Вера требует, чтобы вы говорили до того, как увидите или почувствуете результаты. Независимо от вашей ситуации, вам нужно говорить с верой и действовать с верой, чтобы активировать Божью силу. Вера высвобождает благословение Божьего исцеления, освобождения, спасения, прорыва и помазания. Все это доступно каждому, кто пожелает, потому что Иисус Христос уже заплатил за это. Просто верьте, ибо вера – это наша связь. Всемогущий Бог обещал отвечать только на ту веру, которая обещана в Его Слове, веру, укорененную в Слове Божьем. Сегодня Бог даст вам сердце, чтобы вы верили только в Него во имя Иисуса. Аминь.